мы, знаете, нас бабушки говорят, песню допевать дома не бывает, поэтому мы будем сегодня сокращение и текст будем досказывать. Говоря о том, что в деревне Бочкеево Игринского района мы записывали в 2013 году, и хочет сказать о следующей песне, как она к нам попала. Нашими уважаемыми учителями, Эргеленом Болдыревой, она меня за кустом не видит, опять же, Александр Юминов, делают великое дело, они создают нематериальный публичный архив. Это то место, где будут аккумулироваться все те записи, которые собирали ученые, родственники, любители. И вот, зайдя однажды я на сайт этого публичного архива, услышала песню «И на местечке береза». Мы ее записывали, Нина Павловна, в 2013 году, но записывали от одного человека, и текст был не весь записан. И когда же я услышала в ансамблевом составе эту песню, и полный текст, нам была возможность восстановить, конечно, для нас это большая удача.